добрый день. Сейчас вам покажу микс зима Италия. Так. Такой вот шарф плед. Такие бриджи размер М. Перчатки. Две шапочки. Такая юбка. Размерчик не указан. Юбочка. Так, размерчик 4. Такая юбочка. Так, размер не указан. Такие домашние штаны размер М. Такие брюки. H&M 38 размер. Юбка джинсовая, бенетон, размерчик не указан. Такие брюки. Так, размер. Так, размерчик не указан, это большой размер. Юбка джинсовая, бенетон, размерчик не указан. Такая вот интересная юбка, размерчик не указан. Такая юбочка, так, размер М. Джинсы на 116 рост. Есть спортивные штаны, так, размер 12. Джинсы, так, на 116. Такие джинсы, так, размер на 170. Бриджи. Так, размер не указан. Джинсы. Размер 27. Такие джинсы. Так, размерчик на 146. Такие домашние штаны. Так, размер от H&M, размер M. Такие спортивные штаны. Это тоже H&M, размер S. Так, спортивные штаны. Этикеточки отсутствуют. Джинсы. Так, H&M, размер на 134 рост. Такие вот бриджи. Так, размерчик L. Юбка джинсовая мини, размер 40. Так, такие джинсы, так, размер не указан. Такие джинсы с ремешком, так, на 134 рост. Так, такие интересные штаны, клёш. Так, размер. Размерчик, к сожалению, стёрся. Так, юбка. Так, размер 50. Такая юбочка. Так, размер. Так. Так, размерчик 38. Джинсы. Так, размер. 30. Такие бриджи. Так, 38 размер. Такие брюки. Размер 50. Такие интересные бриджи. Бенетон. Размерчик не указан. Так, вот такие баллоневые штаны. Утеплённые. Размер 50. Спортивные, без этикеточек. Такие бриджи. Классические, так. 42 размер. Так, спортивные вот такие. Так, 25 размер. Такие вот брюки.
Так, размерчик не указан. Такая юбка необычная. Размер М. Джинсы. Так, размерчик не указан. Такие джинсы. Так, 26 размер. Но они идут как бриджи, короче, на чё-то такие джинсы. Так, левис. Размер 11. Такие вот штаны. Так, размерчик не указан. Они большого размера идут, такие лосины. Этикеточки отрезаны. Так, и вот джинсы. Так, размер 48. Такие вот лосины со стрелками, размер L. Такие вот джинсы сислой. Так, размерчик не указан. Так, такая юбочка с баской Zara. Так, размер M. Так, такие джинсы. Так, размер 33. Так, такие вот брюки. Так, размер 42. Такой жакет. Такая олимпийка, размерчик L. Такая вот ветровка велосипедная. Так, такая же тоже для велосипедов. Так, 2XL, в таком же стиле она. Еще такая вот, рукав еще короче у нее идет. Размерчик не указан. Такая вот. Размерчик М. Такая вот кофта теплая. Видите, загрязнение. Размерчик S. Так, рубашка. Так, размерчик стерт, к сожалению. Состояние хорошее. Такая вот теплая кофта на замке. Размерчик не указан. Так, такой пиджак с плечиками. Так, размерчик также не указан. Состояние хорошее. Жилетка. Теплая. Так, тут, видимо, отсутствует крепление. Так, это он мне, размер S. По пальто. Так, требуется химчистка. Размерчик не указан. Такая кофточка. Запак. Размерчик не указан. Так, вот такой вот кожаный плащ. Размер двоечка. Танковка, размерчик не указан. Такая вот кофта. Так, загрязнение имеет. Размерчик М. Так, курточка, состояние хорошее. Так, размерчик на 164. Такая интересная кофта. Чашечками ML размер. Такая вот кофточка. Сзади идут такие бантики и кружево. Так, размерчик не указан. Состояние хорошее. Плащ. Так, размерчик не указан.
такая вот куртка утепленная, 2XL. Рубашка M. Такой пиджак с плечиками. Размерчик не указан. Рубашка. Так, 44 размер. Такая рубашка S. Рубашка 42 размер. Так, с капюшоном кофта. Так, размерчик на 12-14 лет. Так, пиджак. Детальный 46 размер. Стояние хорошее. Плащ. Так, это H&M. Размерчик 38, состояние хорошее. Рубашка. Так, размер M. Такая вот рубашка. Так, размерчик L. Такая вот кофта интересная. Этикеточки отсутствуют. Так, такая кофта. Оливер. Так, размер 40. Состояние хорошее. Так, олимпийка. Так, Том Тейлор. Размер XL. Так, такая кофта. Размерчик L. Так, такая. Размер XL. Так, такая рубашка. Так, размерчик не указан. Такая теплая на замке. Так, размерчик XL, состояние хорошее. Рубашка H&M размер S. Так, такая вот кофта. Сзади со шнуровкой идет. Этикеточки отсутствуют. Вот такая вот кофта вязаная. Так, такой на запах. Так, размерчик M. Так, такая вот на пуговках, размер M. Капа. Так, размер L. L. Так, такая кофта Фила. Так, этикеточки отсутствуют. Такая рубашка. Так, размерчик. У нее XL. Такая рубашка. Размер L. Такая вот кофта. Так, размерчик не указан. Такая кофта, размер у нее XL. Такой свитер данный. Так, размерчик S. Так, такая кофта 2XL. Такая шерстяная. Так, размерчик. Этикеточки отсутствуют. Состояние хорошее. Так, вот такой топ. Размер не указан. Рубашка. Так, Элька. Вязана кофта H&M, размер M. Так, такая вязаная кофта, размер SM. Такой кардиган на запах, размерчик не указан. Такая вот курточка. Так, размерчик не указан, состояние хорошее.
платье. Размерчик не указан. Такая кофта интим семей, размерчик не указан. Такая тонковка. Так, размерчик L. Так, такой кардиган на запах. Так, размер не указан, этикеточки отсутствуют. Соединем. Имеются небольшие загрязнения. Так, размерчик не указан. Так, рубашка. Так, размер 38. Такая ветровка. Размер XS. Такое платье вязаное. Большим воротом, размерчик не указан. Пальто укороченное. Так, пломбир, размер S. Такая вот ветровка. Так, манклер, размер не указан. Такая блуза. Зара, размер 2XL. Такая рубашка H&M. Размер 42. Такая рубашка, размер S. Такая рубашка. Размерчик не указан. Это Марк Спенсер. Состояние хорошее. Такая рубашка, размер S, водолазка, так, размерчик L, состояние хорошее. Так, ветровка, так, размер M, блузка H&M, размер 44. Кожаная куртка, этикеточки отрезаны. Такая вот курточка, ветровка, размер 2XL, состояние хорошее. Такой свитер, размерчик не указан, детский. Такая вот курточка, размер M. Так, тонковка 42. Так, такой боди. Так, Вера Мода, размерчик М. Такая вот теплая кофта, размер не указан. Такая кофточка, так, размер эска получается. Такая вот куртка. Достаточно теплая. Размер S. Состояние хорошее. Такая толстовка. На 146. Так, рубашка. Так, 39-40. Джинсовая курточка. Так, размерчик не указан, но это достаточно большой размер. Так, такая вот такой кардиган вязаный, 38 размер. Так, кофта, размерчик не указан. Так, вот такая курточка. Она идет двухсторонняя. Так, размер не указан.
тоже кардиган, запах удлиненный. Так, этикеточки. Так, размерчик не указан. Так, такая вот кофта. Размер SM. Такая кофта с капюшоном. Так, размер S. Playboy. Такая вот кофточка на запах. Этикеточки отсутствуют. Состояние хорошее. Такая вот кофта домашняя, 50 размер. Толстовка. Так, размер S. Так. Такая вот теплая кофта. Так, размер стёрт. Так, такая кофта, этикеточки отсутствуют. Так. Мой размерчик M. Толстовка с карманами, размер. Так, 8. Так, такая водолазочка. Так, этикеточки отсутствуют. Такая кофта без этикеток. Так, водолазка. Так, Zara Man, размер 38. Так, вот такое платье. Так, размер 36, состояние хорошее. Так, вот такая водолазка. Так, размер S. Такая кофточка на запах. Размер не указан. Пальто ниже колена. Так, размерчик не указан. Такая кофточка на запах. Excel. Так. Такая вот олимпийка. Размерчик не указан. Детская. Такая тонковка тоже детская. Так, на 140. Рост. Такая теплая кофта на замке. Так, размерчик не указан. Такой вот полувер. Так, 2XL размер. Так, такая кофточка, размерчик не указан. Так, кофта размер L. Плащ. Сислый, размер не указан, состояние хорошее. Вот такая тонковка, размер F. Такая спортивная кофта, этикеточки отрезаны. Такая спортивная. Так, размерчик не указан. Такая детская, на 8. Так, и вот такая вот кофта. Размерчик не указан. Спасибо за внимание.